включили камеру, вот кого-то видим здесь. Какой-то человечек там. Ушел уже. Они быстро переключаются, поэтому пишем ему хай. Русский мальчик, который покорил мир. Именно он ввел в моду случайные видеосвязи. Интернет-пользователи сходят с ума от его сайта под названием «Чат-рулетка». О росте популярности социальной сети говорят цифры. Если в ноябре прошлого года Андрей знал всех участников портала, то сейчас более миллиона человек ежедневно выходит в эфир. Чтобы ощутить себя частью мирового интернет-сообщества, достаточно подключить веб-камеру и запустить сайт. Нажимаете New Game, и компьютер соединяет вас со случайным пользователем в другой части света. Если он вам не нравится, нажимаете Next, и компьютер находит другого партнера для общения. Эксперты предсказывают новому сервису и его разработчику большое будущее. Его идею оценивают в 30 миллионов евро. Известно, что это вообще тяжело там попасть в США, то есть там всякие проволочки с документами. Но как бы там люди, инвестор из Нью-Йорка, Фред Вильсон, он там позвонил в посольство, там как-то сделали, и получилось довольно быстро. То есть там всего где-то дня 3-4 мне заняло. И вот сразу же еду. Пока весь мир играет в его рулетку, Андрей думает над разработкой новых функций для своего сайта и о том, как, возможно, в один день откроет свою фирму в Силиконовой долине, в Калифорнии.